place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide. For all Доброе утро, церковь! Приветствуем всех вас в Доме Божьем. Приветствуем всех, кто с нами онлайн. Господь, Он благ, Он достоин всей хвалы. И благодарение Богу за это время, когда мы можем собираться вместе, как церковь. Мы можем быть в Его присутствии, в Его общении. Мы можем наслаждаться Господом. И знаете, Бог, Он не потерял силу, Его кровь не потеряла силу. Мы сегодня будем участниками причастия, вспоминать о Его страданиях, о Его смерти, о Его крови, пролитой и воскресении, для того, чтобы мы сегодня воскресли к новой жизни. И так Он, как когда-то Он мог творить чудеса, Он способен и сегодня делать что-то в нашей жизни. Бог способен и сегодня. Нам просто необходимо жаждать, нам необходимо искать Его лица всем своим сердцем, жаждать, чтобы Бог что-то производил в наших жизнях. И Бог способен. Он не изменился. Он верен своим обещаниям. И Он сегодня ждет тебя и меня. И когда Иоанн проповедовал в пустыне, в Откровении Иоанна написано: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Агнец Божий, который взял на себя грех мира, Он взял на себя грех твой и мой и дал новую жизнь во Христе Иисусе для каждого из нас. И такой Бог достоин всей славы. Церковь, я сегодня призываю каждого из вас сосредоточиться на Иисусе Христе, оставить все то, что окружает нас, все то, что так забирает в нас много времени. И вот в это время, когда мы собираемся вместе, отдать это время Ему, побыть в общении с Ним, прославить Его, воздать Ему хвалу. Давайте мы вместе, вставши, будем молиться и славить нашего Бога. Отец Небесный, мы склоняемся перед Твоим величием в это утро. Мы благословляем Тебя, всемогущий Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем приходить в Твое присутствие. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы Твоя Церковь, и врата ада не одолеют ее, Господь.
Мы благодарим Тебя, что мы Твой народ, мы куплены драгоценной кровью. Ты заплатил за нас огромную цену. Господи, мы хотим ценить этим. Мы хотим благодарить Тебя за то, что мы имеем в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою церковь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то время, которое мы можем собираться, вместе воздавать Тебе хвалу, вместе чтить Тебя, вместе быть в Твоем присутствии, святой, славный, вознесенный, прославленный Господь, святый, всемогущий. Благословляем Тебя, Отец. Воздаем Тебе хвалу, Господь. Говори к нам. Мы, Господь, смиряемся перед Тобою. Мы отдаем себя в Твои руки и просим, чтобы Ты направлял, чтобы Ты вел. Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Славим Тебя, Господь! Всемогущий,
Ты так благ, ты так велик, Господь. Восхищаюсь в удивлении я имени Твоем. Иисус, Твое лишь имя дает нам жизнь и силу, все чудеса. И хвалы, Господь, кто как Ты, кто кроме Тебя, Господь, нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Мы славим Тебя, Бог, за жизнь вечную, мы славим Тебя за спасение, мы славим Тебя за крест Голгофский, за то, что Ты прошел, Господь, этот путь. Мы благодарим Тебя, что мы сегодня можем иметь вечную жизнь, жизнь с избытком. Твой народ, и мы сегодня, Господь, восхваляем Твое святое имя. Мы благословляем Тебя, Господь наш и Бог наш. Ты достоин, Господь. Мы жаждем Тебя. Мы жаждем Тебя, Господь. Изливай на нас от Духа Твоего, Господь. Сидящий на троне, святый Бог, всемогущий, славный. Father, the well that overflows.
Thank you, Lord Jesus. Спасибо, Иисус. Church, let's just continue to worship. Давайте будем Thank продолжать you, Lord прославлять Jesus. Его. Just say, Jesus, I love you. Скажите, я люблю тебя, Иисус. Let it be from the bottom of your heart. От всего сердца. Jesus, I thank you. Иисус, спасибо. I thank you for your sacrifice for me on that cross. Спасибо за твою жертву за Христе. I thank you for the new covenant that was signed with your blood. Спасибо за новый завет, который был записан твоей кровью. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. We honor you. We honor your name, Jesus, in this church. Мы славим твое имя в этой церкви. There is no higher name. Нет имени выше твоего. You are the way, the truth, and the life. Ты путь, истина и жизнь. And we believe this. И мы верим в это. Holy Spirit. Дух Святой. Speak into our hearts. Говори в наши сердца. Lead us to all truth. Веди нас ко всей твоей истине. Break off every lie. Сломай любую неправду. And let us just walk in the truth and walk in your light. И помоги нам ходить в твоей правде и в твоем свете. You are the one. Ты один. That moves us. Который двигает нас. To fulfill and to walk in the truth. Чтобы мы могли исполнить и ходить в твоей истине. You move us, Lord Jesus, to obey your commandments. Ты помогаешь нам следовать всем твоим законам. We thank you, Holy Spirit, for this. И мы благодарим тебя. We love you. Мы любим тебя. Church, if you mean this, say, Jesus, I love you. Если вы в это верите, скажите, церковь, Боже, я люблю тебя. Church, we're gonna enter into communion. Сейчас мы будем делать причастие. And the Lord Jesus himself said, when you do this, do it in remembrance of me. И сам Иисус сказал, что когда вы делаете это в мое воспоминание. You know, a lot of times, this is very good that the Lord said this to us. И очень часто, что мы понимаем, что это очень хорошо, что Бог дал нам это. We are a people that need reminder. Потому что мы люди, которым нужно напоминание. And we to be reminded of the truth every day. И нам нужно напоминание об этой истине каждый день. This is the word of God. Это слово Божье. And to live without it. И жить без него. You will be led astray. You will be led in the wrong direction. Мы просто скатимся в неправильном направлении. So today we remember what Jesus has accomplished for you and I on the cross. Поэтому сегодня мы вспоминаем, что Иисус сделал для нас. We remember that before Christ. Мы вспоминаем, что пред Христом. We were not able to be made right with God on our own. До него мы не могли быть просто праведными перед Богом. Says the Bible says that for all have sinned. Потому что Библия говорит, что все согрешили. And have fell short. And have fell short of the glory of God. И лишены славы Божьей. But thanks be to God. Но thank be to God. Но благодаря Богу. That He sent His Son Jesus. Он просто послал нам своего Сына Иисуса Христа. That through His blood sacrifice and His body being broken for you and I. И через жертву Его крови и Его тела. That we can come into His presence and be made right with God. Мы можем приходить в Его присутствие и быть праведными перед Ним. Today we also come with reverence. И сегодня мы также приходим с таким почтением. With honor and respect for what the Lord has done for us. С благодарностью за то, что Бог сделал для нас. This is not just a ritual that we do once a month. Это не просто какой-то ритуал, который мы делаем раз в месяц. But I want us to seriously discern what we are doing. Но я бы хотела, чтобы мы серьезно размышляли над тем, что мы делаем. When we approach and we're going to be taking these elements that represent the Lord's body and represent His blood for us. Когда мы будем принимать эти символы, которые являются прообразами тела Христа. I ask that we would approach this with thought and consideration. Я бы хотел, чтобы мы это делали осознанно.
that we ourselves would evaluate ourselves before the Lord. Чтобы мы могли посмотреть на себя перед Богом. Paul writes in 1 Corinthians 11:27 through 29. He says, "So whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves." Это написано 1 Коринфянам 11 глава с 27 по 29 стих. If you have your Bibles, you can open and read it. We don't have the text for you. Truly none of us in ourselves are worthy. Потому что никто из нас не достоин. If we were worthy, потому что если бы мы были достойны, Christ wouldn't have to die for us. Христос не должен был быть умирать за нас. But he truly is worthy. Но он один достоин. And by believing in him, и когда мы верим в него, by faith we reach out and we take hold of this. Мы верой можем достичь этого, этой праведности. And we believe that we can approach only through the blood of Jesus Christ, and we can enter into the presence of God. И мы верим, что мы можем приходить в Его присутствие только через кровь Иисуса Христа. But as we approach this communion table with the bread and the wine today, но когда мы сегодня будем принимать вино и хлеб, check your heart. Проверьте свое сердце. Are you living for Christ? Ты живешь для Христа? Or are you just coming out of habit, или просто приходишь сюда из привычки, and you just take the bread without even thinking, because this is what we know to do, или просто даже не думаешь, потому что, ну, мы это делаем каждый раз. Think about his body, think about what he has done for you and me. Просто подумай о его теле, о том, что он сделал для меня и тебя, and really consider what we're doing, okay, church? И действительно подумай о том, что мы делаем. Likewise, точно так же, his body is also you and I. Его тело — это также мы с тобой. And he calls us to live in unity with one another. И он призывает нас жить в единстве с друг другом. We are the body. Мы — тело. All of you, каждый из вас, has a specific function in the body of Christ. У каждого есть какая-то особенная цель. Every single one of you were bought with the precious blood of Jesus. И каждый из нас это является телом Христа. Be very careful. Поэтому будьте осторожны. How you talk about one another. Как вы говорите друг друге. How you love one another. Как вы любите друг друга. Walk in unity, church. Давайте ходить в единстве, церковь. If there's something in your heart that you felt, you know, that I have something against the person, если у вас есть в вашем сердце что-то такое нехорошее, remember how Christ forgave you. Вспомните о том, как Христос простил вас. Don't hold on to anything. Не держитесь за. The way you were forgiven, forgive others. Точно так же, как вы были прощены, прощайте других. You know, the two commandments that the whole law and everything hangs on is to love God and to love people with all your heart. Amen? Потому что две главные заповеди — это любить Бога и любить других. And all the law is fulfilled in this. И в этом все заповеди. I'm going to read what we read from 1 Corinthians chapter 11, verses 23. И я буду читать первое Коринфянам 11 глава 23 стих. Our deacons to come up and prepare. И диаконы, пожалуйста, выйдите сюда. Verse 23 from 1 Corinthians chapter 11. For I received from the Lord
what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This is the cup of the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you will proclaim the Lord's death until he comes." So we remember today what he has done for us. We remember the new covenant that we live under today. In Ezekiel, this is the new covenant. Говорится об этом новом завете. That I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh, and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and to be careful to keep my laws. I will create a new heart in you. Я дам вам новое сердце. And I will put my Holy Spirit inside of you. Я положу Дух Свой Святой в вас. And the Holy Spirit inside of you. И Дух Святой в вас. Will move you to follow and obey His commands. Будет помогать вам следовать моим заповедям. It's not something that you can do on your own strength. Разве это что-то, что мы можем делать своими силами? It's not. Yield to the Holy Spirit. Это не так. Нам нужно следовать за Духом Святым. Give yourself to the Holy Spirit's leading. Нам нужно отдать себя Ему, чтобы Он вел нас. Like Paul said, "I have crucified myself with Christ. It is no longer I who live." Как сказал Павел, я сораспялся со Христом. Теперь не я живу, но Он живет во мне. But the life that I now live. Но та жизнь, которую я живу сегодня. I live by the power of Christ. Я живу ее силой Христа. Amen. Me. This is the new covenant. Believe in the truth and walk in this truth. Это новый завет. Верь в эту истину и ходи в ней. And by His blood, He washed us clean. Потому что по Его крови мы очищены. He saved us. Он спас нас. He's saving us. Он продолжает спасать нас. And He will save us. И Он спасет нас. Till He leads us to the end. До самого конца. And we will proclaim. И мы провозглашаем. That the Lord is coming back. Что Иисус придет. For the marriage of the Lamb. Для того, чтобы. There's going to be a marriage, the church and Christ. Тогда будет большая свадьба Христа и Церкви. And that's the church. И это Церковь. Brother Peter, can you pray for the bread? Господь, мы сердечно благодарим Тебя за эту привилегию сегодня, в это утро, быть причастным к Тебе. Господь, благодарю Тебя, что мы можем соединяться посредством тела Твоего и крови Твоей, Господь. И эти частицы хлеба пусть будет благословением для каждого принимающего во имя Иисуса Христа. Пусть придет исцеление в тех, которые нуждаются в исцелении. И благословение от Тебя, Господь, потому что Ты взял грехи всех нас на Себя и умер для того, чтобы дать нам жизнь. И мы сердечно благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, причащаясь, Господь Иисус, к телу Твоему, присоединяясь, Господь, к телу Твоему, мы становимся единым с Тобою. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы с Тобою, Ты в нас, мы в Тебе, Господь. И это прекрасно, Господь, понимать. Во имя Иисуса Христа, да будет благословен каждый принимающий, Господь, тело Твое и кровь Твою. Мы благодарим Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь. We're going to have the worship team take communion first. И сначала группа прославления примет причастие. I just want to remind you again, this is how we as a church have decided and believe communion. We take communion in the church. И я просто хочу напомнить вам, что в нашей церкви мы принимаем причастие. We believe that if you've been water baptized. И мы верим, что если вы были крещены водным крещением. And you've decided to follow Christ on your own. И вы приняли это решение следовать за Христом. You have the right to participate in communion.
тогда у вас есть право участвовать here in this church. В нашей церкви. And also if you're at peace with your brother and sister as well. И также, если вы в мире со своими братьями и сестрами. We just ask that you would discern what you're doing. Amen. Мы просто хотим напомнить, чтобы вы размышляли о том, что вы делаете. And when you take this bread, и когда вы берете этот хлеб, you are proclaiming the Lord's death until He comes. Вы провозглашаете смерть Христа до тех пор, пока Он придет. God bless you. Пусть Бог вас благословит. Thank you, Jesus. Я знаю, что не заслужил твою любовь, но я искуплен святою кровью. Стою в присутствии твоем. Стою и сердце изливаю. Я знаю, что не заслужил твою любовь в твоих объятиях. Я снова таю. Кровь Христа чистым сделала меня. Кровь Христа внутри все изменила. Кровь Христа, того, кто умер за меня. Кровь Христа меня омыла. Стою в присутствии твоем. Стою и плачу пред тобою, Иисус. Я знаю, что не заслужил твою любовь, но я искуплен святою кровью. Стою в присутствии твоем. Стою и сердце изливаю. Я знаю, что не заслужил твою любовь в твоих объятиях. Я снова таю. Pastor Sergey, can you pray for the wine? Пастор Сергей, помолиться за вино. Отец, мы благодарим Тебя, что этот новый завет Твоей пролитой крови. Мы благодарим Тебя, что это примирение нас с Отцом. Господь, мы благодарны Тебе. Мы не можем ничего сделать для этого, для нашего спасения, только поверить в Твою великую любовь. То, что Ты принес для всего человечества. Господь, во имя Иисуса мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся, Господь. Мы говорим, Ты так добр и благ каждому из нас, Господь.
Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты совершил эту победу на Голгофе. И через эту победу мы имеем жизнь вечную, мы имеем спасение, мы имеем мир с Богом, Господь. Пусть Твое имя будет прославлено за все. Аминь. Again, this is the new covenant in my blood. Опять же, это новый завет в моей крови. Whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. И когда вы пьете эту чашу, вы провозглашаете смерть Господню, пока Он придет. Hallelujah. Скажи, кровь Христа, кровь Христа чистым сделала меня, кровь Христа внутри все изменила, кровь Христа того, кто умер за меня, кровь Христа меня омыла. Меня омыла кровь Христа. Меня омыла. Аллилуйя.
Just want to ask. Я хотел бы попросить вас. If do we anybody that wanted to participate in communion, do we make sure that you got the bread and the wine? Я хотел спросить, есть все ли кто хотел участвовать, приняли причастие? Also, I want to say that if you're not here today and you're watching us online. И если вы сегодня не смогли прийти в церковь, вы смотрите нас онлайн. Or you have somebody that would like to participate in communion that's at home. Или вы знаете кого-то, кто остался сегодня дома, но хотел бы участвовать. Please let one of our deacons know, and they will give you a take-home wine and bread. А пожалуйста, сообщите кому-то, одному из наших диаконов, и они дадут вам хлеб и вино, чтобы участвовать. With that being said, let's just say thank you, Jesus. И я хотел бы закончить тем, что мы поблагодарили Иисуса. Thank you, Lord, for what you've done for us. И сказали спасибо, Господь, за то, что ты сделал для нас. Jesus, we just thank you so much right now. Иисус, мы благодарим тебя. Thank you, Lord, that we remember what you have accomplished for us. Спасибо, Господь, что мы вспоминаем, что ты сделал для нас. We honor you, Jesus. Мы славим тебя. Lord, we thank you for the Holy Spirit. И благодарим за Духа Святого. That you have given to live inside of us. Которого ты дал, который живет в нас. That leads us. И ведет нас. Into all truth. Во всю истину. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Thank you so much, Jesus. Спасибо, Иисус. Amen. Аминь. Amen. Church, God bless you. Пусть Бог вас благословит. You can just stay standing for a little bit more. И оставайтесь на ногах еще немножко. We're going to transition into our tithe and offering. И сейчас я хотел бы сказать немножко о десятине. You know, our God is a generous God. Наш Бог щедрый Бог. And He blesses us abundantly. И Он благословляет нас обильно. Right? For God so loved the world that He gave His Son. Потому что сказано, что так Бог, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего. And like TB last time said. И как Тиберий сказал в прошлый раз. Everything we have. Все, что у нас есть. Is thanks to God. Это благодаря Ему. So, as we're going to pray for the tithe and offering today. И сейчас мы будем молиться за десятину. Whatever God has put on your heart. Что Бог положил вам на сердце. We want to pray for that. Мы помолимся об этом. And bless this. И благословим. God loves a cheerful giver. Потому что Бог любит настоящих даятелей. The ones that are happy to do it. И он ему нравится те, кто рад это делать. If you do it with joy. Когда вы это делаете, делайте это с радостью. Don't do it like, ah, I don't want to give this. Не давайте так, что, ой, я бы на самом деле не очень-то хотел. God has blessed you so much. Бог благословляет нас так сильно. And just take that, whatever you're going to give to the Lord, we're going to pray that God blesses it and multiplies it. Поэтому, что бы вы ни давали сегодня Господу, давайте поблагословим это, и Бог это приумножит. Jesus, thank you, Lord. Иисус, спасибо тебе. Thank you for the financial blessings that we have, Lord. Thank you that you give us finances to be able to live this life. Спасибо тебе за финансовое благословение, которое у нас есть, благодаря которому мы живем. Lord, we thank you, Lord, that we have the opportunity to give. Спасибо тебе за то, что у нас есть эта возможность давать. Lord, because you said it's more blessed to give than to just receive. Потому что ты сказал, что это намного благословеннее давать, нежели получать. Lord Jesus, we just pray you bless every single person today. Поэтому я прошу, благослови каждого в этом зале сегодня. Bless them physically, financially, spiritually. Благослови их физически, финансово, духовно. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Amen. Аминь. Oh, sorry. And when we're going to sing, I just want to bless the kids as well, and the kids can go to Sunday school. И когда мы будем сейчас петь, я хотел бы также благословить детей, чтобы они пошли на воскресную школу. Kids, we just bless you in the name of the Lord Jesus. Господь, мы просим за детей. Bless them. Благослови их. So kids, you can go to your Sunday schools. Дети, вы можете идти в воскресную школу. And if we can get the ushers, are they out? И если ашеры могут помочь.
имя Его, благословенно имя Его, благословенно имя Его Всевышнего. Благословенно имя Его, благословенно имя Его, благословенно имя Его Всевышнего. Имя Господне крепкая башня, и жить в нее праведник, и будет спасен. Имя Господне крепкая башня, и жить в нее праведник, и будет спасен. Мы славим. Мы славим Твое имя, Господь. Мы славим Твое имя, Господь. Мы славим Твое имя, Господь, во век. Мы славим Твое имя, Господь. Мы славим Твое имя, Господь. Мы славим Твое имя, Господь, во век. Имя Господне крепкая башня, бежит в нее праведник, и будет спасен. Имя Господне крепкая башня, бежит в нее праведник, и будет спасен. Иисус, имя Его, Иисус, имя Его, Иисус, имя Его, Иисус, имя Его Всевышнего. Иисус, имя Его, Иисус, имя Его, Иисус, имя Его Всевышнего. Славы достоин наш Бог. Fundraising will go to four different ministries. Sunday.
Сейчас, пожалуйста, у нас время для тех, кто хочет спеть песню или стихом прославить Господа. Пусть Бог благословит вас для назидания церкви. В Слове Божьем, послание к филиппийцам 3:20 написано: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Помогите друг другу до неба дойти, руку ближнему вы протяните, кто устал, изнемог и упал на пути. Не оставьте, друзья, поднимите, поднимите молитвой в пролом становясь, чтобы зовы услышало небо. Выходите поспешно с Иисусом на связь, и дана будет в битве победа. Нам проложена в небо дорога домой, не добраться туда в одиночку. О, как трудно от боли подняться порой, будто ставит судьба в пути точку. Что бороться уже нету силы, не в мощь, сам один, в поле вовсе не воин, барабанит по стеклам, на улице дождь, а в душе ураган сильно воет. Так бывает у нас, каждый что-то несет, в свое время через что-то проходит, но молитвы друзей, будь-то крылья в полет, небеса к Иисусу доходят. И они дают жизнь, где казалось вчера, что потеряно все, шанса нету. Те молитвы друзей вновь творят чудеса, те молитвы ведут души к свету. Помогите друг другу до неба дойти, не оставьте, коль бури и грозы, и когда будет трудно на вашем пути, через ближних отрет Бог вам слезы. И когда будет трудно на вашем пути, через ближних отрет Бог вам слезы. Аминь. Good morning, everybody. We are blessed and very glad to be with you this morning here in Erie, Pennsylvania. The boys and I have prepared a song. We hope you like it. Praise the Lord. Amen. Of Zion, prophets spoke.
Messiah, flesh and bone. You alone are worthy to open up a scroll. Like the lamb you suffered, but the lion has a roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Roar, roar. Вітаю, церкву. Господь наш достойний слави і життя треба віддати, щоб служити йому. Я людина слабка і земна,
часом розбита струна, що сумно співає вона. Ти, великий і вічний Господь, скеля рятунку мого, мудрий творець всього. Я любові Твоєї, Ісусе, збагнути не можу. Я Тобою живу і Тебе прославляю, мій Боже. Це Ти створив ці безмежні світи, Ти сонце вгорі засвіти і зорями вкрив синє небо. Це Ти на хрест свого Сина віддав, де Він за всіх нас постраждав, і більшого щастя нема, як жити для Тебе. Ти скажи мені слово своє, і голос пізнаю я Твій, волю святую вчиню. І силою з неба пролий, прагне я серце моє більше Твого вогню. Я для Тебе, Ісусе, завжди горіти бажаю. Я для Тебе живу і Тобі мою пісню співаю. Це Ти створив ці безмежні світи, Ти сонце вгорі засвіти і зорями вкрив синє небо. Це Ти на хрест свого Сина віддав, де Він за всіх нас постраждав, і більшого щастя нема, як жити для Тебе. Ти безмежні світи, Ти сонце вгорі засвіти, і зорями вкрив синє небо. Це Ти на хрест свого Сина віддав, де Він за всіх нас постраждав, і більшого щастя нема, як жити для Тебе. І більшого щастя нема, як жити для Тебе. Слава нашому Господу! Слава Господу! Це наша честь буде одна молитва. Пожалуйста, я попрошу Олю і Валентина вийти сюди. Church, we're going to have another prayer. We're going to ask Оля and Valentine to come up. We're going to pray for them. Они заявили желание стать частью нашей церкви, членами нашей церкви. They have asked and have a desire to become members of this local church here. Это здорово, это прекрасно. And this is wonderful. Аминь. Amen. Слава Господу. Потому что когда семья пополняется, это больше радости, больше счастья. You know, when the family gets bigger, it's a lot more joy, a lot more happiness. Я верю, они будут благословением для нашей церкви. And I truly believe that they're going to be a blessing into our church. У них тоже есть желание служить Господу. They also have a desire to serve the Lord. Служить каждому из вас. To serve every one of you. И я верю, это будет огромным благословением. And I believe it's going to be a great blessing. Это здорово, когда люди присоединяются к телу Иисуса Христа. This is wonderful when the people are joining the body of Christ. Может, еще у кого-то будет желание стать членами нашей церкви? If somebody else would have that desire to become members of our church. Может, кто-то скажет, мы сегодня приехали, не знаем, мы когда-то уедем. Some maybe say, we've came here, we really don't know how long we're going to stay, we're probably going to leave. И это нормально, даже если вы будете временно здесь членами церкви, and this это is okay, even if you're temporary members here in this church. Это тоже принесет нам радость. This will also bring us joy. И я верю, что вы тоже получите радость и благословение. And I believe you likewise will receive this joy and this blessing. И мы с ними общались, говорили, беседовали. And so we talked with them, we had some fellowship with them. И они говорят, им здесь нравится. He says that we like it here. Они
хотят служить в этой церкви. And they want to serve here. И быть благословением для других. And they want to be a blessing to others here. Чтобы через ихнюю жизнь на этом месте. Through their life here in this place. Божье имя прославлялось. That God's name would be glorified. Давайте мы встанем и благословим. Let's just stand and we're going to bless them right now. Господь, мы благодарим Тебя за этих прекрасных, драгоценных людей, за Олю и Валентина. Господь, мы благословляем их Твоим именем. Мы очень рады, Господь, что они становятся членами нашей церкви. Они становятся частью нас. That they're becoming a part of us. Они изъявляют желание служить Тебе на этом месте. That they have shown this desire to serve You in this place. Они изъявляют желание служить каждому из нас. They're making known their desire to serve every one of us. Господь, мы благословляем Твое имя. Lord, we bless Your name. Мы благословляем их. And we bless them. Господь, чтобы мы вместе могли разделять радости и печали. That together we will be able to share in the joy and in the different sadnesses. Все, что не придет, и то, что мы будем переживать. Whatever comes our way and whatever is gonna happen. Чтобы мы могли радоваться вместе. That we would be able to rejoice together. Вместе. That we able to cry together. Вместе, Господь, быть благословением друг для друга. That together we would be a blessing for one another. И чтобы Твое имя было прославлено. And that Your name would be glorified. Чтобы небеса радовались. That heavens would rejoice. И был прославлен Ты. And that You would be glorified. Отец, Сын и Святой Дух. To praying for the Father, Son, the Holy Spirit. Аминь. Amen. Аминь. Не можете присаживаться. Слава Господу, церковь. Praise God, church. Время слушать Слово Божье. It's time to listen to the Word of God. И вообще здорово, когда есть Слово Божье. And it's great that we have the Word of God. Когда мы его читаем. When we read it. Слышим. We hear it. Потому что слово, вера, она возрастает. Because our faith grows through this. Если мы читаем или слушаем. If we read or listen. У нас есть о чем размышлять. We have something to meditate on. И знаете, есть пища физическая, есть пища духовная. And you know, there's physical food and spiritual food. Мы поели, нам так хорошо. We ate and we feel good. Но когда мы послушаем Божье Слово, это радует нас. But when we listen to the Word of God, it makes us happy. Это изменяет наш характер. This transforms our character. Иногда люди такие ленивые. And sometimes people are a little bit lazy. Они думают, помолился, и все так хорошо стало. They think, I just prayed and everything's going to be smooth. Как золотая рыбка, знаете? Like a goldfish. Заказал, и вот тебе на тарелочке. You order something and bam, it's right there. Но в жизни не так. But it's not like this in life. Далеко не так. Far from it. Нужно трудиться. You have to work. Нужно много работать. You have to work a lot. И тогда приходят успехи и благословения. And then success and blessing come into your life. Я назвал свою проповедь или размышление, а что дальше? I named my sermon today, what is next? И знаете, этот вопрос, что дальше? And this question of what's next. Можно где угодно это поставить. You can use it anywhere. Мы знаем, что человек родился. We know that a person was born. И что происходит дальше? And what happens next? Он растет. He grows. Он начинает ходить. He begins to walk. Он где-то учится. He studies somewhere. Он работает. He works. Потом женился. Then he got married. Родил детей, построил дом. Had kids, built a house. Еще говорят, посадить дерево надо. Planted a tree. И кажется, все сделал. And it seems like he did everything. Очень много делал. A lot of things. А потом умер. And then he died. И задается вопрос, а что дальше? And then the question is, what's next? И некоторые люди говорят, о, землей накрыли тебя. And some people say, they just cover you up with dirt. Поставили какой-то памятник. They put a tomb, a gravestone. Твою фотографию. Your picture. Написали, когда родился, когда умер. And there's a date of when you were born, when you died. И говорят, все, на этом заканчивается. And they say, that's it, it's over there. Но мы как христиане, мы знаем, что жизнь есть еще после смерти. But us as Christians, we know that there's life after death. Наша, может, физическая жизнь, она заканчивается. Maybe our physical life is over. Но есть и духовная жизнь. But there's spiritual life. Есть как физическое рождение, так и духовное. There's as physical birth, a spiritual birth also.
И знаете, как мы живем физически, так мы живем и духовно. And as we live physically, so we live spiritually. Некоторое время назад пастор Григорий проповедовал о рождении свыше. Some time ago, Pastor Greg talked about being born again. Я хотел бы вкратце напомнить. I'd like to remind us of this. Это история в Евангелии от Иоанна, 3 глава, с 1 по 5 стих. This is a story from John, chapter 3, verse 1 to 5. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, как ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие». Итак, мы видим, что Иисус объясняет Никодиму, что рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. And so we see that Jesus explains to Nicodemus that a person born from the flesh is born from the flesh, and from the spirit is from the spirit. И мы видим, Иисус четко и ясно говорит: истинно, истинно. Он подчеркивает это дважды. And Jesus tells him, truly, truly, he underlines this twice. Я думаю, что если нам говорят: «Ну, послушай, это очень серьезно или это очень важно», то мы обратим на это внимание. I'm sure that if somebody tells us, listen, this is very important, then we're going to bring our attention to it. Потому что это очень важно для нашей жизни. Because this is very important for our life. Когда нас предостерегают чем-либо, when they inform us of something, значит, это очень важно. Then it's very important. Если нам два раз или три раз говорят, when they tell us twice or three times, maybe. Знаете, зачастую вот мамы, когда на кухне что-то готовят. Sometimes when mothers cook something in the kitchen. И маленькие дети, когда уже они не могут сидеть на одном месте, но они уже могут ходить, передвигаться. And sometimes when little kids that they don't sit in one place, they like to move around. И они им говорят: вот это горячее, не трогай. And mothers say, this is hot, don't touch it. И они много раз могут напоминать. And mothers can remind their kids a lot of the times. Но это же любопытно. But the kids are very curious. И они обходят это кругами, кругами. And they circle around it multiple times. И только стоит маме отвернуться, and as soon as the mother turns around, они на маму смотрят, а вот так трогают. They look at their mom with one eye and touch the pot with the other hand. Мама не видит, что делает ребенок. The mom doesn't see what the child is doing. Но уже слышит, что ребенок плачет. But she can hear that the child is crying. И она понимает, даже если она отвернулась, она понимает, что случилось. But she understands that even if she turned around, she has a clue of what's going on. Ребенок попробовал то, что нельзя. The child tried something that was not supposed to happen. Когда нас предостерегают и говорят, это очень важно. When we are warned and told that it's very important. Это очень важно. Then it must be important. И Иисус Никодиму говорит, что вот это важное. And Jesus told Nicodemus that this is important. Мы рождены от своих родителей, мы плотяны. We are born from our parents, we're physical. Но нам необходимо рождение свыше. But we need a spiritual birth. Чтобы наш дух, он был возрожден. For our spirit to be born again. Иисус говорит Никодиму. Jesus tells Nicodemus, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. He says, I tell you truly, nobody who is born again can see the kingdom of God. У вас бывала такая ситуация, когда вы много раз ездите по одной дороге? There's situations where you drive a road multiple times. И потом человек говорит, вот на той дороге там новое здание построили. And someone tells you, on that same road, there's a new building that was made. И человек говорит, я там каждый день езжу, но я не вижу это. And the person says, I drive through by there every day and I still don't see it. Оказывается, можно быть так рядышком, но не заметить или не увидеть это. It seems like you can be so close, yet you can still not notice these things. Мы знаем, что через грехопадение человека, we know that through the fall of man, прервалась связь с Богом. The connection between God and man was gone. Но Иисус пришел, чтобы вот эту связь наладить. But Jesus came to fix that connection. Чтобы наш дух, он возродился от Господа. For our spirit to be born of God.
И так Иисус говорит Никодиму, что кто не родится, не может увидеть. And Jesus tells Nicodemus that if you're not born, you cannot see it. И пятый стих он говорит: истинно, истинно говорю тебе. And the fifth verse he says, truly, truly I tell you. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Whoever is not born of water and spirit cannot enter the kingdom of God. Оказывается, что не только можно не видеть этого Царствия Божия. It seems that not only can you not see the kingdom of God. Невозможно войти, если ты не видишь его. You cannot enter if you do not see it. Не можно быть в этом Царстве. You can't be in this kingdom. Если вы даже приняли решение, even if you made a decision, когда за вас молились, when they prayed for you, когда вы пригласили Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце, when you invited Jesus in your heart, когда вы родились свыше, when you were born again, Иисус говорит, кто не родится от воды и духа, тот не может увидеть Царство Божие. And Jesus says, whoever is not born of water and spirit cannot see the kingdom of God. Не может войти в это Царство. And cannot enter into this kingdom. Если вы рождены свыше, if you're born from above, вам нужно принять крещение. You need to receive baptism. И если у вас есть это желание, and if you have this desire, вы можете подойти к одному из пастырей, you can come up to our pastors, сказать свое желание, tell them your desire, мы будем с вами проводить беседу, we're gonna talk with you, и у нас запланировано в этом году крещение, and we have planned baptism this year. Так что, пожалуйста, это к вам. So please, let us know. Итак, мы видим, что Иисус говорит Никодиму, and so we see that Jesus continues telling Nicodemus, первое, нужно родиться, потом увидеть, потом войти. First, you have to be born, then you have to see, and then you have to enter. Кто-то скажет, я родился, я увидел это. And somebody might say, I was born and I saw this. Я вошел в это царство. I entered this kingdom. Я часть Царства Божьего. I am a part of God's kingdom. И здесь этот самый вопрос, а что дальше? And here's the same question, what's next? И знаете, мы можем задать вопрос, это все, мы уже пришли к финалу, или это уже конец, или это только начало? And we can ask ourselves, is this it, or is this just the beginning? Знаете, некоторые люди, они останавливаются на этом. And some people, they just pause right here and stop. Но я думаю, нам, как христианам, необходимо двигаться вперед. But I believe us as Christians, we need to continue moving forward. Потому что когда мы увидели, вошли в это царство, это только начало. Because when we saw and entered this kingdom, this is only the beginning. Иисус сказал, что Царство Божье, оно внутри нас находится. And Jesus said that the kingdom of God is inside of us. А если Царство внутри, значит, оно должно расширяться. And if the kingdom is inside, then it needs to spread. Когда Иисус родился, when Jesus was born, то было такое пророческое слово. There was a prophetic word. Что это будет радость для всех людей. That it's going to be joy for all people. Что царству ему не будет предела, не будет конца. That his kingdom shall never end. Оказывается, если ты узнал о Царстве Божьем или стал частью этого царства, so it seems that if you became a part of the kingdom, это только начало того, что будет происходить в твоей жизни. It's only the beginning of what's going to happen in your life. Если ты рожден свыше и заключил завет с Богом через водное крещение, if you're born again and you have water baptism, это только начало, это доброе начало в твоей жизни. This is just a beginning. This is a good beginning. И это не конец, и мы можем задать вопрос, что дальше? And we can ask ourselves, what's next? Знаете, мы поставили вот этот стульчик перед вами. We put a chair right here in front of you. Стулья есть разные. There are many different chairs. Но мы выбрали вот этот, который на четырех ножках. We picked this one because it has four legs. Есть на одной ножке. There's one leg. Там хорошее основание. A good foundation. Я думаю, если бы я предложил вам стульчик, одна ножка была сломана, вы бы сели на него? I think that if I offered you a chair with one broken leg, that would you sit on it? Я думаю, что нет. Да, можно как-то временно посидеть. I don't think you would accept it. Maybe for a certain time you'd be able to sit on it. Если на этом стуле было только две ножки нормальные, а две было поломаны. But if there were two damaged ones and two good ones. Итак, мы когда рождены свыше, что нам делать дальше? So when we were born again, what do we do next?
Я назвал четыре вещи. I named four things. Я понимаю, что этих вещей больше в нашей жизни. I understand that there's more to these things. Больше вещей, к чему Бог нас призывает, чтобы мы делали. And there's more things that God calls us to do than just these four things. Но четыре вещи, о которых я хотел бы особенно отметить, что мы должны делать. But four things that I'd like to highlight upon. Что поможет нам двигаться вперед. That will help us move forward. Что поможет нам твердо стоять в Господе. That will help us stand firm in the Lord. И первое я назвал это. And the first I named. Чтение Божьего Слова. Is reading the Scripture, the Word of God. Важно ли нам читать Божье Слово? Is it important for us to read the Word of God? Мы видим вот эту картинку Божье Слово и компас. We see this picture with God's Word and a compass. Я думаю, что каждый из нас обратит внимание, что в этих двух вещей есть что-то одинаковое. And we can both turn our attention to see that both these things have something in common. Божье Слово — это так само, как компас, который указывает нам путь. God's Word is just like a compass that shows us the way. Вы знаете, однажды я пошел, я, может, рассказывал эту историю. One time I went somewhere, and I probably touched upon this story before. Я пошел на охоту. I went hunting. Я пошел в лес далеко. I went into the forest far. Я шел по дороге. And I was walking at a path. И вечером возвращался обратно. And in the evening I was returning. И дорога была уже в стороне. And the road was to the side. И я так посмотрел, прикинул. And I looked and checked it out. Мне надо туда. And I said to myself, I need to go there. Я пошел в том направлении. And I went that direction. Я шел, смотрю, не туда. And I went, and I see that it was the wrong way. Я снова остановился и начал думать, подожди, мне ж вроде, мне кажется, я в том направлении должен двигаться. And I stop and I say to myself, it seems that I need to go this way. Я снова начал идти. And I began to walk again. Уже должна быть дорога, на которую я выйти должен. And there's supposed to be a road that I'm supposed to come across. А ее не было. But it's not there. И знаете, что я сделал? And do you know what I did? Я руку в карман, достал компас. I put my hand in my pocket and reached for my compass. А компас показывает ту сторону. And the compass points that direction. Но мне кажется, мне надо в ту сторону. But for me, it seems like I need to go this way. И я встал и начал думать. And I stopped and started to think. Я взял, просто перевернул его. I just flipped it over. Смотрю, производство китайское. And I see that it's made in China. Мне кажется, туда. And it seems like I need to go there. Но он показывал ту сторону. But it's pointing that way. И знаете что? And do you know what? Я оставил то, как мне кажется. And I left what seemed right to me. И я доверился компасу. And I entrusted myself to the compass. Я пошел в том направлении, куда он мне показывал. And I went in the direction that it pointed to. И он вывел меня правильно. And it brought me to my right spot. Я нашел ту дорогу, которая надо было. I found the road that I needed to. Я сел в машину и поехал домой. And I sat in my car and left home. Но представляете, если бы я просто проигнорировал вот этой вещи, которые у меня and в руках. Can you imagine if I just ignored this thing in my hand? Может, я не с домом встретился, а с медведем каким-то? Maybe I wouldn't meet home, but a bear. Знаете, зачастую люди, они не смотрят на то, что компас. Sometimes people don't look at a compass. Потому что им кажется, что вот они делают правильно. Because it seems like they know what's best. Они двигаются в правильном направлении. Because they think they're heading to the right direction. И мы знаем, что конец этому печальный. And we know that the end to this is grief. 1 Петра 2 глава, 1 послание Петра 2 глава, 2 стих. Петр говорит. 1 Peter chapter 2 verse 2 Peter says, вы должны, подобно новорожденным, стремиться к чистому молоку духовному, чтобы расти и быть спасенными. Мы видим, что апостол Петр, он сравнивает нас, and we see that Apostle Peter compares us to людей, рожденных свыше, to people who are born again, с маленькими детьми, with little kids, которым необходимо молоко. That need milk. И может нельзя еще котлеты кушать. И много чего нельзя. Но вот это молоко, оно очень важное. Для того, чтобы им расти и развиваться.
И он сравнивает, он призывает. And he compares these two. И он говорит, чтобы вам расти и быть спасенными. And he says, for you to grow and be saved. Мы видим, что Божье Слово, оно дает нам жизнь. We see that the Word of God gives us life. Когда мы читаем его, when we read it, вы знаете, я не буду останавливаться, может, подробно на этих четырех пунктах. I'm not going to stop on these four points. Я думаю, что в другой раз я, может, каждый пункт отдельно буду говорить. Maybe another time I'll talk about these four points. Но я хочу сказать вам о том, что важно делать для каждого из нас. But I want to tell us what is important to do. Больше вы можете на домашней группе сегодня поразмышлять об этом. You can discuss more about this in your small groups tonight. Для того мы и собираемся. This is why we gather. Но Петр говорит, чтобы нам возрасти и быть спасенными. But Peter says for us to grow. Чтобы возрасти и быть спасенными. For us to grow and be saved. Мы должны читать Божье Слово. We need to read the Word of God. Мы должны полюбить Его. We have to like it. Маленькие дети, они может, и любят конфеты, но им нельзя этого взять. Little kids, they like candy, but they're not allowed to have it. На первом этапе им необходимо молоко. In the first stage, they need milk. И это здорово. Псалом 118, 105 стих. Psalm 118, to verse 105. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Мы видим, что автор этого псалма говорит, что Божье Слово, оно есть светильник для нашей стези. We see that the author of this psalm says that God's Word is the light to our feet. Я думаю, каждый из нас передвигался ночью. Каждый из нас передвигался ночью. All of us would move in the night. И знаете, когда такая глубокая тьма, and when it's just this darkness, то нам нужен свет. Then we need light. И свет, он помогает нам. And the light helps us. Чтобы мы видели дорогу. To see the road. Я думаю, что большинство здесь людей ездят на машине. I think that a lot of us drive vehicles. И на вашей машине есть свет. And your car has headlights. Если ваш свет не работает на машине, and if your headlights don't work on the car, то вы просто никуда не выезжаете, а едете к механику. Then you can't go anywhere. You have to drive it to the mechanic. И он вам ремонтирует. And he has to fix it for you. Почему вы это делаете? Why do they do this? Потому что опасно ездить без света. Because it's dangerous to drive without the light. Можно самому где-то врезаться. You can crash yourself. Можно еще кого-то повредить. You can hurt somebody else. И автор говорит, что твое слово есть светильник для моей ноги. And the author says that your word is the light to my feet. Знаете, когда мы иногда на телефоне включаем фонарик, and sometimes when we shine our flashlights on our phones, мы светим себе под ноги. We shine under our feet. Чтобы стать в правильное место. To step in the right places. Чтобы наша дорога была видна, куда нам идти. So the light would be shining for us. Итак, мы видим, что Божье Слово – это есть компас, and so we see that the Word of God is a compass, который направляет нас. That directs us. Это есть свет, который светит нам, куда нам идти. It's a light that shines for us to where, to go. И это здорово, когда мы это делаем, когда мы читаем Божье Слово. And it's great when we do this and read the Word of God. Потому что в Божьем Слове много есть инструкций для нашей жизни. Because in the Word of God there's a lot of instructions for our lives. Много от чего оно нас предостерегает. It helps us stay away from certain things. И много к чему призывает нас, чтобы мы делали. And it helps us to go and do certain things. Книга Иисуса Навина, 1 глава, с 8 по 9 стих. Book of Joshua, chapter 1, verse 8 to 9 says, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой». Везде, куда не пойдешь. Итак, мы видим, Моисей, он умер. And so Moses died. Стал новый лидер. There was a new leader. В израильском народе. In the Israel nation.
И мы видим, Бог обращается к нему. And God turns his attention towards him. И во время Моисея Бог дал заповеди. And in the time of Moses, God gave them commandments. Дал повеления. And gave him instructions. Перед Иисусом Навином стояла огромная задача. Before Joshua, there was a big task. Они подошли к обетованной земле. They came to the promised land. И ему необходимо было завоевать вот эту землю. And they had to conquer this land. Ему необходимо было поделить правильно эту землю. And they had to divide this land properly. И Бог обращается и говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих. And God turns his attention toward him and says, let this book of the law not leave you. Но поучайся в ней день и ночь. But meditate upon it day and night. И говорит, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Then you will be prosperous and successful. Знаете, зачастую люди делают наоборот. And sometimes people do the opposite. Мы вчера ходили в Home Depot с детьми. Yesterday I took my kids to Home Depot. И там делали поделки дети. And they were doing crafts for kids. И интересно было наблюдать. And it was interesting to look after them. Одни дети открыли, взяли инструкцию. Some kids, they opened up their package and looked at the instructions. И начали все собирать. Первый, второй, третий, пятый, девятый пункт. And they started following the instructions. First, second, third, and so on. Но интересно было наблюдать, которые просто взяли вот это, положили, и взяли молоток, гвозди, отвертку, и начали собирать так, как они думают. And it was interesting that some kids just put the instructions to the side and ripped the package open and started trying to figure it out themselves. И потом я смотрю, and then I look, разбирают. They take it apart. Разбирают, у них не совпадают вот эти запчасти. And they start taking apart because it's not going as they wanted to. Что-то вверх ногами было. Something's upside down. Что-то не там было сделано. Something's in the wrong place. И пришлось разбирать. And they had to take it apart. Это заняло какое-то время. And this took a majority time. Бог обращается к Иисусу Навину и говорит. God looks at Joshua and tells him. Дабы в точности исполнить все, что написано. To be careful to do everything that is written. Но представляете, Иисус Навин завоевал землю, они завоевали обетованную землю. And you imagine if Joshua conquered the land. И он должен на 12 частей их поделить. And he has to divide it by 12, the land. И приходит колено Иуды. And the tribe of Judah just comes. И говорит, слушай, Иисус Навин, давай мы тебе заплатим, дай нам не такой побольше кусок и самый лучший. And what if they told Joshua, Joshua, give us a bigger piece of the land and we'll pay you some more. Это же евреи не любят за деньги купить, за деньги продать, что-то поменять, что-то где-то выгоду получить. And the Jews trying to find whatever is the cheapest and most efficient for them. Но Иисус Навин знал, что его призвали быть точным. But Joshua knew that God called him to be exact. Его призвали быть правильным. God called them to be righteous. Чтобы он сделал все правильно, как было написано в книге. To do everything properly that was written in the book. И здесь говорится, тогда ты будешь успешен в путях твоих. And then he said, you'll be successful in your ways. И будешь поступать благоразумно. And you will act properly. Оказывается, когда мы вот любим вот это слово, and it seems that when we like the word, оно приводит нас к успеху и благословению. It leads us to success and blessings. Я не говорю, что если ты будешь читать Божье Слово, ты станешь богатым. I'm not saying that if you read the Word of God, you're going to become rich. Надо пахать тоже. You have to work for it. Люди думают, сидя на диване, заработать очень много денег. People think that sitting on the couch, you're going to make a lot of money. Но мы видим, что Бог обращается и говорит, что твой успех будет в том пути, в котором ты идешь. But God turns our attention and says, your success will be in the way you go. И ты будешь поступать правильно, потому что ты следуешь вот этой инструкции. And he says, you will turn to the right thing because you're following these instructions. Девятый стих говорит, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. And the ninth verse says, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. And says, the Lord your God is with you wherever you will go. Оказывается, что это есть направление, Божье Слово, направление к нам. This is a direction to us from the Word of God.
И мы должны это любить. And we have to like this. Это помогает нам. This will help us. Это направляет нас. This will guide us. Это показывает нам, куда двигаться. This will show us where to head. Второе я назвал бы молитвой. The second leg I called prayer. Вторая ножка этого стула — это молитва. The second leg of this chair is prayer. Молитва — это очень важный элемент нашей жизни. Prayer is a very important element of our lives. Молитва — это разговор с Богом. Prayer is conversating with God. Мы читаем, что молитвы есть разные. We see that there's different kind of prayers. Когда мы молимся и благодарим Бога. When we pray and thank God. Когда мы молимся и просим Его о чем-то. When we pray and ask Him for something. Когда есть молитва согласия, когда мы соглашаемся просить when о чем-то. When there's a prayer of unity. Есть молитва, когда мы едины в этой молитве. There's prayers when we are united together for something. И Писание много перечисляет, какие есть молитвы. And the Bible tells us a lot about different prayers. За царей, за начальствующих, за город, в котором ты живешь. For the kings, for the rulers, and for the city that you live in. И Евангелие от Луки, 11 глава, с 1 по 4 стих. And Luke chapter 11, verse 1 to 4 says. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас во искушение, но избав от лукавого». Мы видим, что Иисус молился. We see that Jesus prayed. И один из учеников говорит: «Учитель, научи нас молиться». And one of his disciples comes up to him and says, Jesus, teach us to pray. Мы знаем, Иисус, когда проповедовал, то многие удивлялись. We know that when Jesus preached or spoke, many people were awed. Потому что он говорил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. And Jesus had the authority when he spoke, not like the Pharisees. И он молился. Мы в начале года слышали об этом. And in the beginning of the year, we heard about this. Пастор Геннадий проповедовал. Pastor Gennady spoke about this. Когда Иисус призывал к тому, чтобы мы давали. When Jesus called us to give. Чтобы мы молились. So that we would pray. И чтобы мы постились. And so that we would fast. И он говорит, когда вы молитесь, не будьте многословны. And when he says, when you pray, don't be of many words. Когда ты молишься, зайди в твою комнату. Says, when you are praying, go into your room. Это тайная молитва. This is a private prayer. Когда ты закрыл за собой двери. When you close the door behind you. И говоришь с Богом. And you speak with God. И есть много разных молитв. And there's many different kinds of Но prayers. Когда Иисус помолился. But when Jesus prayed. Ученик сказал: «Научи нас молиться». His disciples said, "Teach us to pray." Иисус оставил пример этой молитвы «Отче наш». And Jesus left us this example of the prayer. Но сегодня люди используют вот эту молитву «Отче наш» иногда как заклинание. And we see that a lot of the time people use this prayer, the Lord's prayer, as a spell. Знаете, они говорят: о, ты заболел, 10 раз прочитай, и твоя болезнь, она все разрушится. And we see people say, if you read the Lord's Prayer 10 times, then you'll be healed from your sickness. Если от тебя жена ушла, ты должен 20 раз помолиться, этой молитвой прочитать, и она вернется. And they say that if you read it 20 times, then your wife will come back to you if you left you. И много они употребляют. Это пример Иисусовой молитвы. And this is just an example of the Lord's Prayer. В Библии есть много других молитв, в которых Иисус молился. There's a lot of different prayers in the Bible that Jesus Когда умер prayed. Лазарь, он молился. When Lazarus died, he prayed. Он молился в Гефсиманском саду. He prayed in the Garden of Gethsemane. Перед страданием он молился за учеников. Before his suffering, he prayed for his disciples. И другие молитвы, которыми молился Иисус. And different prayers that Jesus prayed. Но Иисус давал пример, как это делать. But Jesus gave us an example of how to do this. Я помню, когда я был после второго курса на практике. I remember after my second class в России в одном поселке in Russia, in some village. И туда приезжали с других сел, мы проводили там церковь. And people would come from different villages and we would have church. И мы общались, беседовали, молились. And we would have fellowship and we would talk and pray together.
И одна женщина приходит с бумажкой и говорит: «Сергей, ты можешь написать мне молитву?» And some lady comes up to me and says, «Can you write me a prayer on this piece of paper?» А я говорю: «А какую?» And I tell her, «What kind?» Ну вот эту, которой ты молился. And she says, the one that you prayed. Я говорю: «А ее нет, она полетела к Богу». And I tell her, I don't have it. It flew up to God. Я просто ее отправил к Богу. And I just told her, I sent it off to God. Я поблагодарил его, попросил о чем-то. I told her that I thanked him and then I asked him. Я ее отправил к Богу. And then I sent it to God. И мы сели, и я начал говорить, что такое молитва. And then we sat down and I started telling her. Это разговор, то, что у тебя на сердце. And prayer is talking with God, what's on your heart. Если у тебя боль на сердце, if you have pain on your heart, ты говори: Господь, меня болит. You would tell God, God, it hurts. Если ты злой, то говори: я злой. If you have anger, you would say, God, I'm angry. Но мне это не нравится. Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась. But I don't like this, and I want this gone, and my life changed. Мы должны молиться. We have to pray. Мы должны с ним общаться. We have to have fellowship with him. Мы должны налаживать с ним отношения. We have to have relationship with him. Это может нелегко делать. It might not be easy to do. Но мы должны это делать. But we still have to do this. Это приносит нам благословение. This brings us blessing. Третий пункт, о котором я хотел говорить. And the third point I'd like to talk about. Это общение. Is fellowship. Это общение. Fellowship. Мы социальные люди. We are social people. Мы собираемся на работу. We gather at work. Мы собираемся дома. We gather at home. Мы собираемся на праздники. We gather at parties. Мы собираемся в церкви. We even gather at church. Мы вместе радуемся, вместе плачем. We rejoice together and we weep. И это очень важно. And this is very important. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. 1 John chapter 1. Verse 7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Иоанн пишет такие слова. John writes these words. Если ходим во свете, if we walk in the light, снова мы возвращаемся к свету. And we return to the light again. Мы знаем, что Бог есть свет. We know that God is light. Бог сотворил свет. God created the light. И он живет во свете. And he lives in the light. Он не живет, ну, и не в тьме, и не, он не живет в полумраке каком-то. He doesn't live in darkness or somewhat dark. Мы видим, когда Бог творил вселенную. We know that when God created the earth. И там такое интересное слово есть. There's this interesting word. И отделил Бог свет от тьмы. It says that God separated the light from the dark. И знаете, если смотреть греческий подлинник, and if you look at it in Greek terms, там написано без всякой возможности соединиться вместе. It says without any possible way to separate. Это мы называем: о, уже сумерки или мрачно становится. We have our own terms, dawn, dusk. Но Бог отделил свет от тьмы. Есть свет и есть тьма. But God separated light from darkness. И мы должны посмотреть, где мы находимся. And we have to look and see where we're located. Или во тьме, или во свете. Either in the darkness or in the light. Но Иоанн говорит, что Бог, Он живет во свете. But John says God lives in the light. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете. If we walk in the light, like He is in the light, то имеем общение друг с другом. And we have fellowship with one another. Вы знаете, иногда смотришь, нет человека в церкви. And sometimes you can see and turn your attention and the person's not in church. Если вы как родители, and if you as parents, и один ваш ребенок не вернулся домой, and one of your children didn't return home, кого бывало такое? Who had it? Who had this happen to them? И вам все нормально, но нету, другой будет. And you don't say, oh, if he's not here, the other one will be here. Один ушел, двое придут. You don't say, one left, two will return. Вы переживаете, вам не все равно, это ваш ребенок. You become worried because this is your child. Вы ищете его. You search for them. Вы просто не останавливаетесь. You don't stop. Знаете, вот этот маленький ребенок, you see this child next to me. Когда был маленький, when he was little, приехали Лидины родители, when my wife's parents came, и все такие радостные, счастливые, everyone was happy, проходит несколько недель, a few weeks passed by, и во дворе играли, сходились, and he was playing in the yard,
Исчез ребенок. And disappeared. И мы несколько блоков вот так ходили, искали. And we were running around the block looking for him multiple times. И уже не знали, куда звонить, где-то полицию. And we didn't know who to call. We were going to call the police. И оказывается, он такой маленький, он залез в машину, в бардачке, там, наверное, конфеты искал. And it seems that he just jumped in the car and was playing in the compartment. Его почти не видать было. And he was almost not visible there. Но сердце, оно было в тревоге. But the heart was worried. Пропал ребенок. That the child was gone. И так мы видим, что общение очень важно. And we see that fellowship is very important. Если вы ходите во свете, то вас тянет к этому общению. And if you walk in the light, then you're attracted to fellowship. Потому что Бог, Он во свете. Because God is in the light. Вы ходите во свете. And if you walk in the light, вы имеете общение друг с другом. You have fellowship with each other. И когда это все происходит, and when this all happens, Иоанн подчеркивает, John underlines, кровь Иисуса Христа the blood of Jesus Christ омывает нас от всякого греха. Cleanses us from all sins. Мы сегодня вспоминали смерть Господа. We were remembering the death of Christ tonight. Если ты упал или где-то сбился, and if you fell or got off track, не оставайся в том положении. Don't stay in that situation. Вставай, иди к Господу. Stand up and go to God. Он тот, который прощает. He's the one that forgives. Он тот, который ждет. He's the one that waits. Он тот, который желает, чтобы ты был с ним рядом. He desires for you to be next to him. Он тебе подает руку. He gives you his hand. Он поможет тебе подняться. He helps you up. Он поможет тебе восстановиться. He will help you recover. Он простит все твои грехи. He will forgive your sins. Он желает, чтобы ты был во свете, как и Он во свете. He desires for you to be in the light as He is. Для этого есть кровь Иисуса Христа, for this there is the blood of Jesus, которая омывает от всякого греха. That washes us from all sins. Четвертый пункт, the fourth point, это проповедь Евангелия. Is the spread of the gospel. Давайте мы откроем Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стих. Let's open up Mark chapter 16, verse 15-16, please. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет». Мы видим перед своим вознесением на небеса, we see before Jesus ascended, Он призвал учеников Своих. He called His disciples together. И сказал, «Итак». He said, and so, идите и проповедуйте. Go and preach. Важно ли нам это делать? Is it important for us to do this? Если ты желаешь, чтобы на этой земле стало больше света, if you desire for there to be more light in this world, если ты желаешь, чтобы больше было добра, if you desire for there to be more good in the earth, чтобы Божье царство оно распространялось, for God's kingdom to spread, мы видим вот эту прекрасную картину. We see this wonderful picture. Огонь. Fire. Мы все любим огонь. We all love fire. Мы любим греться. We like to get warm. Петр пришел греться. Peter came to get warm. Он не у своего костра грелся. He was not getting warm at his own fire. Знаете, огонь это хорошо. Fire is good. Когда мы подкладываем дрова, он будет хорошо светить. When we add fuel, then it's gonna burn better. Он будет греть. And it will heat more. Будет видать хорошо. It will be visible more. Но возьмем мы дрова, пораскидываем. But if we spread the fuel and firewood, какой огонь будет? What kind of fire will there be? Просто он потухнет. It will just die out. Оно будет тлеть, потом потухнет. It's just gonna flicker and then it's just gonna die out. Вы слышали такое выражение? Не подбрасывай дрова в огонь. Have you ever heard the phrase "Don't throw wood into a fire"? Люди так говорят. People say this. А знаете почему? Do you know why? Потому что один пришел, толкнул другого. One came and pushed another. А он его толкнул. And he pushed him back. И появляется третий человек. And then there's a third person that arrived. Вместо того, чтобы помирить их, сказать, успокойтесь, and нельзя так. Instead of helping them figure it out and telling them не надо. And saying, stop it, не подбрасывает дрова в огонь. He says, don't throw the fire in the wood. А тушит, примиряет. But puts it out. Иисус на горной проповеди говорит, что мы есть миротворцы. And Jesus in a parable says that we are peacemakers. Блаженны те, кто творит мир. And Jesus says, blessed are those who make peace. Кто ты? Who are you? Ты тот, который
тушишь распрю или поджигаешь распрю? Ну, вражду. Are you one who creates problems or are you one who puts them out? Кто ты? Who are you? Проверь свое сердце. Check your heart. Знаете, чтобы мы были вместе. So that we would be together. Это хорошо, чтобы огонь горел. This is good for a fire to burn. Но чтобы вражда была между другими. But for there to be a conflict between one another. Мы призваны, чтобы не подкидывать этих дров. We are called to not put more fire to the wood. Чтобы пришел Божий мир. But for God's peace to come. Итак, Иисус говорит ученикам, идите и проповедуйте. And so Jesus says to his disciples, go and preach. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. Whoever will believe and be baptized will be saved. Мы видим, что Иисус посылает своих учеников. And we see that Jesus sends out his disciples. Он дает им власть. He gives them authority. Он дает им силу. He gives them strength. Они облекаются в Святого Духа. And they receive the Holy Spirit. Божья сила сопровождает их. God's power supports them. И мы видим, они делают огромные чудеса. And we see that they do wonderful miracles. И спасаются 3000, 5000. And we see 3000 were saved and then 5000. Царство Божие распространяется. And the kingdom of God spread. Божий свет он распространяется. And God's light spread. И он призывает нас это делать. And he calls us to do this. Должны ли мы делать то, что Бог призвал нас делать? Are we supposed to do what God calls us to do? Делаем ли мы это? Do we do this? Иногда люди хотят бежать где-то на край земли проповедовать Божье слово. And sometimes people want to run to the ends of the earth to spread the gospel. Мы должны первое проповедовать своей семье. First we have to preach in our family. Своим близким. To our close ones. Тем людям, с которыми мы работаем. To the people that we work with. Тем людям, с которыми мы живем. To the people that we live with. Мы должны показать Господа. We have to show God. Иногда, знаете, люди очень много говорят. And people talk a lot. А мало делают. But they do little. Но Бог призвал нас немного говорить, а много делать. But God called us not to talk a lot, but to do a lot. Знаете, одно место Писания, которое я нашел в Библии. And one place in the Bible that I found. Это в жизни Иисуса Христа. Is in the life of Jesus. К нему приходило много людей. A lot of people came to him. И говорили, можно следовать за тобой? And they said, can we follow you? Один говорил, я пойду за тобою. And one says, I will follow you. Иисус говорит, у меня нет дома, у меня нет ничего. And Jesus tells him, I have no home, I don't have a lot of things. Ты еще хочешь за мной идти? Do you still want to follow me? У меня негде спать. I don't have where to sleep. И люди задумываются. And he starts having second thoughts. Один человек, but one person, которого Иисус, перебравшись через море, Jesus met after crossing the sea, он был одержимый бесами. He had impure spirits. Он освободил его. And he freed him. И этот человек просился, чтобы следовать за Иисусом. And this person begged Jesus to follow him. Давайте мы прочитаем это Марка, 5 глава, 18-20 стих. Let's read this. This is Mark chapter 5, verse 18-20. И когда он вошел в лодку, and when he entered the boat, человек, которого освободил Иисус, the person that Jesus freed, просил его, чтобы быть с ним, asked him to be with him. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, but Jesus did not let him, but said, иди домой к своим и расскажи, что сотворил с тобою Господь. Jesus said, go home and tell your close ones what God did to you. И как помиловал тебя. And how he spared you. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде. And he went and started spreading the news. Что сотворил с ним Иисус, и все дивились. What Jesus did with him, and everybody was amazed. Мы призваны делиться тем, что Бог сделал в нашей жизни. We are called to share what God did in our lives. Когда мы это делаем, when we do this, мы видим, что Иисуса они приняли в этом селении, потому что там были свои утраты. And we see that some villagers didn't accept Jesus because there was just no point. Они потеряли много свиней. They lost a lot of pigs. Они вообще не собирались Иисуса слушать. They just didn't want to listen to him. Иисус оставил место себя. And he just left it. Этого человека. He left that person instead of himself. И говорит, иди скажи, что сделал с тобой Господь. And he says, go and tell what God has done for you. И какую милость он сотворил в твоей жизни. And
what mercy he has granted you. И он пошел не только в свое место. And he not only went to his own place. Он пошел в 10 городов проповедовать. He went to 10 different cities. И это здорово, правильно? And this is great, right? Это здорово, когда есть те, которые проповедуют. And this is great when there's people that preach. Когда мы делимся то, что Бог сделал в нашей жизни. When we share what God did in our lives. Это взращивает веру других людей. This builds other people's faith. О, если Бог в твоей жизни делает. He said, oh, if God does something in your life. Он может и в моей делать. He can probably do it in mine too. Если Бог твоих родственников спасает. If God saves your relatives. Он и моих может спасти. He can save mine too. Если он твою молитву слышит. If he hears your prayer. Он и мою может слышать. He can hear mine too. И вера она поднимается. And the faith grows. Люди обращаются к Богу. People turn to God. Встает больше света. There becomes more light. И Царство Божие распространяется. And the kingdom of God it just spreads. Я верю, есть много мест, других вещей в Писании, I believe that there's a lot of different places in the Bible, которые важны для христиан, that are important to us, для человека, рожденного свыше, for people that are born again. Но чтение Божьего Слова, but the reading of the Word of God, молитва, prayer, общение, fellowship, и проповедь Евангелия, and the spreading of the gospel. Это основные вещи, которые мы, как христиане, должны делать, чтобы Божье Царство оно распространялось, for God's kingdom to spread. И света становилось больше. And there to be more light. Аминь. Будем молиться. Amen. We're gonna pray. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Твоя любовь есть велика в нашей жизни. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты, Господь, есть Тот, Который поддерживаешь нас, который указываешь нам путь, по которому идти. Господь, Твое Слово есть свет для нашего стези и для нашего пути. Господь, мы благодарим Тебя. Господь, мы благодарим, что Ты, Господь, даешь нам возможность, Господь, общаться с Тобой посредством молитвы, говорить Тебе, Господь, что мы можем, Господь, обращаться к Тебе, мы можем выражать свою благодарность Тебе, мы можем приносить свои желания и просьбы перед Тобой, Господь. Мы благодарим Тебя, что у нас есть такая привилегия и возможность. Отец, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Твоя кровь, она сроднила нас. Она сделала нас одной прекрасной семьей, Господь. И мы можем иметь это общение друг с другом. Господь, ходя во свете, подобно, как и Ты во свете. Господь, чтобы Твоя кровь, она очищала нас от всякого греха, Господь. Чтобы мы жили праведной жизнью, Господь. И шли, побеждали, Господь. И шли, Господь, двигались за Тобой, Господь. Так, как Ты ведешь нас, так, как Ты, Господь, предлагаешь нам, Отец, во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, за тех людей, если кто упал, Господь, или споткнулся, чтобы они вставали, Господь, чтобы не оставались лежать, Господь, чтобы они поднимались и следовали за Тобою. Ибо Ты, любящий Бог, Ты протягиваешь свои руки, чтобы помочь, Господь, чтобы восстановить, чтобы, Господь, проявлять свою любовь и свое благословение в жизни каждого из нас. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты призвал нас на это благое дело, Господь, чтобы мы шли, проповедовали Твое Слово, чтобы мы распространяли Твое Царство, Господь, чтобы Твое Царство, оно становилось шире, чтобы Твое Царство становилось больше, чтобы света становилось больше, а тьмы меньше. Господь, мы призваны к этому, Господь, мы призваны к тому, чтобы, Господь, еще больше людей услышали весть спасения, Господь, Твою благую весть, Твое доброе, Господь, Слово, которое Ты оставил нам. Отец, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся. Помоги нам следовать за Тобою. Помоги нам исполнять то, что написано в Твоем Слове, Господь, и иметь благословение в своей жизни. И это благословение распространять, Господь, где бы мы ни находились и куда бы мы ни шли. Господь, пусть Твое имя будет прославлено и возвеличено. Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мы еще помолимся. Если есть те люди, если вы приехали 2-3 недели назад, we're gonna pray for people that came not too long ago, в нашу церковь или в наш город, in our city, и мы за вас не молились, вы можете поднять руку, если есть такие. If we still didn't pray for you, can you please raise your hand? We're gonna pray for you. Мы хотели бы помолиться за вас, если есть такие. Если есть, выше поднимите, чтобы я видел. We'd like to pray for you. Мы вообще за каждого молимся, кто приехал в нашу церковь, в наш город. To our city. Мы те, которые благословляем.
We are those who bless. Потому что Бог наш благословляющий Бог. Is a blessing God. Если нет таких, мы благословим друг друга. If there are none, we're still going to bless each other. Благословим тех людей, которые будут возвращаться с отпуска. We're going to bless those people who are going to be returning from their vacation. Пастор Григорий тоже будет возвращаться. Pastor Григорий. И за всех, кто передвигается. Who's moving around. Господь, мы благодарим Тебя, что Твоя любовь, Твоя милость в нашей жизни, Отец. Мы благословляем каждого, кто пришел на это место, и тех, кто не смог прийти, Господь. Мы благословляем, Отец, чтобы Твоя рука благословения, она почивала в их жизни. Господь, Ты видишь, Господь, кто-то, может, болен, кто-то нуждается в исцелении, кто-то нуждается в Твоей милости, кто-то нуждается в Твоем прощении. Господь, мы молимся во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Ты прикоснись, Господь, к таковым, Господь. Прикоснись к каждому, Господь. Ты есть Тот, Который прикасаешься к нам, Господь, и меняешь нашу жизнь, Господь. Мы благодарим Тебя, благословляем наших, Господь, людей, которые будут возвращаться с отпусков, возвращаться домой в свои семьи, в этот город. Господь, храни в дорогах, в путях, Господь, кто прилетает, приезжает, Господь. Мы, Господь, благословляем и молимся, чтобы Твое благословение, Твоя охранная защита, она почивала в их жизни. И во всем за все пусть Твое имя будет прославлено. Отец и на Святой Дух. Аминь. Будьте благословены, можете приветствовать друг друга с миром Божьим. Просто напоминание. Real quick announcement. Небольшое напоминание. There is in the basement fundraiser going on. В подвале у нас проходит благотворительный проект. So get something to eat, get some coffee, and you'll be blessing these ministries. И если вы там что-то купите, вы можете благословить наши служения. God bless you. Бог благословит вас.